Из Санта-Агаты, я что-то про нее уже читала, когда я читала про Кремону. Хочу вам показать, как обычно, наши темы. Как же без них? Причем здесь церковь и рококо. Я вообще не понимаю. Опять наши вот эти вот полулисты, вот эти, видите? Так, сейчас покажу вам. Ну, вот тут завихрение. Ну и завихрение тоже, да. И с яйцами, с листьями чужих, но все в нашем стиле, вот. А, хочу вам показать вот эту вот картину. То есть непонятно, то ли теперь и ее тоже, женщину, что ли, там распяли, непонятно что. Так, ну что, зайдем туда? Время-то есть у нас? Тут тоже, видите, классно, блин. Зайдем. Смотрим, что там такое, потому что церковь, смотрю, открыта. Поглядите, как интересно, что как вообще... Все близко со стационной централи. Ну, я так называю, ребятушки, вы же понимаете. Посмотрите, какие огромные эти постаменты, какие огромные. Огромные, посмотрите, мраморные плитоны. Просто посмотрите, какие огромные плиты. Вот. Ничем не уступаю. Так, я падаю, как обычно. Ой, ребятушки, придется, наверное, маску одеть. Посмотрите, ниша. Вот видите, как неудобно держишь маску на руке, блин, придется одевать. Ну, сейчас меня могут выгнать, конечно, потому что они обычно это время закрывают. Ну, на секунду зайдем еще. Смотрите, здесь с прахом. Санта-Агата у нас. Опять у нас наши вот эти вот. Эти два. Обязательно. Антонеллы. Ну что я вам хочу сказать. Она темная, но достаточно освещенная. Тут у нас, посмотрите, какие. Опять в нашем стиле эти камницы. Посмотрите. Какие интересные структуры. Все в стиле. Гробниц, смотрите, как бы три гробницы одна на другой, но это не гробница, а тоже непонятно что, но все в нашем стиле, естественно. Как-то непривычно говорить, полный голос. Вот, посмотрите, какая вообще ротонда. Вот. В общем, как обычно, видите, далеко туда идет. Здесь относительно хороший запах. Тут такие завихрюшки, как обычно. И одно яйцо всего. На потолке такие цветы, везде причем. Первый раз вижу, чтобы весь потолок был в цветах этих. Причем они, по-моему, ребятушки, нарисованы. Поэтому не надо говорить, что это какое-то эфирное электричество. Это нужно было на чему-то. Почему-то. Тут, кстати, четыре ряда, смотрите, столбы, эти колонны, столбы. Посмотрите, какая тут, ой, ужас, какая тут ротонда, да? Сейчас поближе подойду, включу этот свет. Тут у нас что? Оленёнок какой-то. Я не удивлюсь, если я опять увижу, какие скалы стало где-то. Там какой-то серый мрамор. Посмотрите, какая у него одежда странная. Прям как сталактит, посмотрите. Одежда у него просто.
Странные вообще, конечно. Ребятушки, как-то тут прям похоже, что здесь есть сталактиты. Да. Не, нельзя. Нельзя. Значит, нельзя. Видите, мозаик. Обратите внимание на эти вот полуарки, там полуские метры эти. И полулистики там. Опять же, все это в одной и той же форме. И вот, посмотрите. Естественно. Окошки. Ладно. Что-то мне как-то здесь нету. Видите, здесь спёртое. Это как бы жарко. И здесь очень жарко просто. Надо выйти. Ну, вы поняли, это как обычно все в нашем. Сейчас здесь тоже стоять. Вы поняли, да? Все. И выходим. Я просто хотела зайти показать вам, как тут колонны, арки. Вот это вот теперь меня больше интересует. И все как бы высокое. Ну, я уже к этому привыкла, знаете. Я уже абсолютно... Они меня не подавляют. Ладно, выходим. Единственное, что не очень хорошо, понимаете. Просто это жара от того, что ты тут. Это спёртый воздух. Вот здесь вот такой вот классный ветерок. А здесь, посмотрите, там было одно, а тут, видите, сколько этих яичек. Это, разве это можно просто назвать каким-то простым, типа еще и вычурным? Посмотрите, какая плита. Посмотрите, какая плита. Разве можно это вычурным стилем назвать богатых? Еще написано нагло, у которых была... жизнь, то есть таким вот этим стилем они подчеркивали свою жизнь, как бы без мыслей. То они понимали постоянно революции, там, то жизнь у них была без мыслей, без. Извините, такие шедевры создавали. И просто у них не было никаких мыслей, да. Вот, но это же видно, мы же сейчас, когда уже сколько уже месяцев снимаем, мы же видим, что это чисто какое-то подчеркивание технических характеристик, а не абсолютно какой-то там красоты, как бы, просто красоты. Это какой-то... Я понимаю, что жизнь сама – это все красота, понимаете? Как бы вот подтверждение того, что я всегда говорю, что вот действительно нужно радоваться вообще мельчайшим вещам. И это вот это вот, смотря на их вот эти вот декоры, да, ты понимаешь, что нужно радоваться действительно всему в жизни. И они, как бы, получается, радуются яйцу, там, да, радуются там завихлением. Но мы-то же видим, что это, ну, прямо технические характеристики чего-то. Вот ты тресни. Вот, поэтому... Слушай, сколько тут церквей, обалдеть. Так, вот это палаццо Трекки, по-моему, нужно туда его посетить. Но мы сейчас, я понимаю, здесь машины не ходят, посмотрите. А, ладно. Мы пойдем пока здесь. Что, у нас есть время. У нас есть время. Вот. И, как я вам люблю говорить, мы, если что, сюда вернемся. Поэтому мы идем так, по наитию. И вы сами знаете, что у меня... Потом вдруг раз и резко начинает открываться все, как бы, а сил уже нету. То есть они мне торезини. Да, и тут еще обязательно кто-то живет, да? То есть там 14-15 век дают этим башням, а там обязательно кто-то живет. То есть сейчас живет, действительно. Вот у нас выпуклость, опять вогнутость. Идет вогнутость. Опять дырки вот эти вот на домах. А, да, сейчас я, значит, хочу, когда мы дойдем до центра, я же вам перевела эту песенку-то, значит,
La Donna e Mobili. Посмотрите, какой здесь туннель. La Donna e Mobili, да? То есть по-русски сердце красавицы склонно к измене. Послушайте, тот, кто, в общем, перевел эту песню, я вообще-то всю песню на русском не слышала, я только, может быть, неправильно, конечно, зацепилась за одну фразу, вот. Но, понимаете, дело-то в том, что она абсолютно уводит от характера герцога вот этого вот, который вот сам был, извините меня, как это по-русски сказать, как минимум гулякой, как минимум, но он действительно разбивал. То есть, вы знаете, такое вот подсознательно, если в психологию уже лезть, он как бы ведет себя так, потому что он как бы зол на женщин, что они, что им нельзя действительно доверять. Но как бы вот эта вот фраза «сердце красавицы склонно к измене», в общем-то, я вот когда вот переводила сейчас смысл всего, да, и если думать про либретто вот это тут, то, в общем, не совсем как бы и неправильно, в плане того, что как бы он поет вот эту песню, которая «La Donna e Mobili», что женщинам нельзя доверять, что дурак тот, кто как бы им открывает сердце, что классно написано, что это красивая грудь, это не как бы не место для любви, вот, и поэтому он их всех использует. Вот смысл вот песни по-итальянски. Поэтому, в общем-то, если прямо быть вот такими уж критичными, то вот это вот «сердце красавицы склонно к измене». Но если не думать о том, что это измена именно, что измена мужчина мужчине, нет, он именно поет о том, что не из-за этого, а из-за того, что как бы, то есть любой женщине нельзя ничего говорить. Вот он поет так вот по-итальянски, вот. Ничего нельзя говорить, ничего нельзя раскрывать, никакой секрет. Она это выдаст, и она это будет использовать в своих интересах. И вот поэтому он, не задумываясь, их использует. То есть у него никаких вообще нету грязи совести по этому поводу. Хотя он же там разбил сердце там, дочке этого Риголетто. И вот. И она как бы, я так понимаю... Ну, в общем-то, она погибла чисто, по чисто как бы глупости она погибла на самом деле. Так, ребятушки, я не знаю, куда идти. Наверное, нужно идти туда, бух. Скузи, просто кедры, центр сторика, сторика, давай ка. Allora, scusi un attimo, questo centro storico comincia sostanzialmente, questa è un po' la via principale. Sì. Vede dove ci sono le bandiere. Sì. Ecco. Se alza la testa più o meno a quella stessa lì, vede il terrazzo. Che è in quella posizione là, gira una volta raggiunta la zona lì delle bandiere, leggermente più avanti, verso sinistra. E trova la piazza del Duomo. Grazie. Ecco, la piazza del Duomo cercavo. Grazie. Ну все, правильно, значит, мы идем, ребятушки. Всегда надо спрашивать помощь. В общем, это... Так, цветочки красивые, естественно, надо для мамы сфотографировать. Я уже объясняла. Мама у меня художница. И, ну, очень-очень любит цветочки рисовать. И у нее очень классно получается. Именно вот натура. Поэтому я, как только вижу что-то красивое, вот, я ей фоткаю. Вот такие вот пирожки. Насчет песни я еще вам говорю, что я сейчас была увлечена тем, что я как бы переводила, вникала в смысл вот слов, которые этот герцог этот, значит, поет. Это же одна из его основных арий, где он прямо высказывает отношение своих женщин. Вот. И как бы объясняет вообще всем и себе, он все извиняет, что он вот такой вот, понимаете, что он как бы нагло он их влюбляет в себя, но он сам абсолютно ничего к ним нет. Вот, а теперь мне надо еще послушать русский вариант этой песни и посмотреть, как там поют, что там, какой смысл там. Потому что, понимаете, нужно всегда между слов смотреть. Не обязательно, если там поется, что... Например, вот, например, игра софт получается. La Donna e Mobili, да? Вот здесь вообще в одной только фразе La Donna e Mobili
ну, просто гамма всех его вот, как бы, мыслей о женщинах. То есть женщина не постоянна, не... Она постоянно, она как... Там написано, как это... Ее мысль летит, как ветер, меняется. То есть, типа, что сегодня одно говорит, завтра другое, понимаете? Типа, вот. Вот как вот, вот такое, вот как мужчины думают о женщинах, понимаете? Вот, поэтому... Вот мы перевели, сейчас мы подходим уже к очень интересному. То есть, понимаете, ребятушки, вот там, где мы снимали, там, вы поняли, да, там не Чендро Сторика, понимаете? Для меня уже все Чендро Сторика, как только мы подъехали. Глядите, какие колонны у нас, прямо отшлифованный мрамор. Интересная башня, я просто тут спряталась. Тенечки, чтобы снять вам. И так все, видите, соединено. Все, естественно, подарками. Как это, зиккурат какой-то, да? Вы поняли? И тут напротив тоже вот такой вот интересный дом. Ну так обычно вот наш, в нашем стиле домик. Куда же без него? Ребятушки, очень хочу ехать я в Домодосово, конечно. И, честно говоря, надо было ехать сегодня в Домодосово. Ну, прямо я чувствую, что... Но дело в том, что сам вот этот Пассо ди Симпьоне, вот этот Трафоро, вот это, он, блин, находится на высоте 2000 метров. Вот, я, конечно, сниму Домодосово, но все равно надо залезть туда, хоть и тресни, хоть как я и не боюсь, потому что, блин, я была на 1000 метров и орала от страха на сам Микеле, но без того, чтобы не забраться, блин, на эту высоту, я не смогу изучить Симпьоне. Сам, даже не Симпьоне, а сам вот этот Трафоро, вот этот Пас де Симпьон. Вот. Видите, как дом идет наш? Посмотрите там наши эти вязи. Посмотрите. Видите? Жабушка наша. Посмотрите, сколько линий. Посмотрите, как растет дом. Видите? Террасами как бы тоже. Как и стены. Вот. Вот тут кучарок. Тут дом тоже, банк, естественно. Банк мне нравится, Дель Лаворо. Что же вы, как бы, банк Дель Лаворо, да? Работа, да? Вы берете себе такой самый красивый дом, блин. Издеваетесь над работящими людьми, скажем так. Так, вот она сказала, где бандеры. Бандеры — это вот у нас флаги. Я просто валяюсь, сколько музея Дель Виолино, видите, катедрали муниципали. Да, кстати, я обожаю, конечно, виолино, это, сами знаете, да, это скрипка. Давайте посмотрим, что за дом тут. Так, ну тут, как обычно... Там грибы. Я вам показывала лепнину. Но опять же, все время наш лист. Вот посмотрите, вот геометрические фигуры. Видели листы?
общем, все как всегда. Посмотрите, тут маленький. Еще посмотрите, эти рожи. С антеннами, блин. Антенна. Ну, все по-разному. Смотрите, один с ушками. Один вот так. Без ушек. А третий, смотрите, какой. А третий вообще вот такой. Сейчас покажу. Абсолютно разные, видите, абсолютно разные. И, в общем, вот, вот такое это здание, как бы явно кирпичное, видите, кирпичное. Так, и пойдем дальше. В общем, все, я выключаю это видео, включаю другое.